приветствую на универсальном игровом. С вами, как всегда, Genium, он же Игорь. И сегодня мы пройдем игру под названием Plug and Play. Как мне тут правильно пишут, игра неоднозначная, мягко говоря, по-русски странная. На самом деле она не просто странная, она максимально сюрреалистичная, я бы даже так назвал. То есть, что здесь происходит, очень сложно, поддается какой-то нормальной логике. Да и, в принципе, здравому смыслу она тоже очень плохо поддается. Игрушка 2015 года, она не одна такая, есть еще игра Kids, тоже из этой же серии, от этих же разработчиков. Проходится довольно быстро, представляет из себя некую помесь, скорее всего, даже, наверное, квеста и интерактивного кино, вот что-то вот среднее, да, то есть не пытайтесь понять логику этой игры, просто поиграйте, получите интересный опыт, ну или просто посмотрите это видео, да, все, погнали. Итак, ну, тут все же понятно, что нужно сделать, вот так. Plug and play. Поехали. Это что такое? Я не попал. Понятно. Вернитесь. Это палец, как это, мечта любой девушки, да? Сколько, считаем, сколько у него фаланг. Раз, два, три, четыре. Ну-ка, соединись. Дэньк. Класс. Куда? Вернись. Встань. Я сказал, встань. Я понятия не имею, что здесь будет происходить. Я просто посмотрел, что это такое. Так. Я не знаю, как ее проходить и что нужно делать. Так. Поэтому будем делать это все с вами максимально. Да. Так, бежим. Ну-ка. Ага. Включили свет. Прекрасно. Люди-вилки находятся... Ну-ка. Толкнуть. Я говорю, как я уже говорил, не пытайтесь понять, что в этой игре происходит. То есть тут нету какого-то смысла. Тут нету какой-то вообще логики. Это просто-напросто... Интересный игровой опыт. На! На тебе. И тебя на. Кнопку. И тебя. На. А ты ушел, да? Такой. Ладно, еще раз кнопку. Больше ничего нельзя поискать. Так. Что это такое? Так, ладно, кнопка. Вырвать не получается. Ну-ка. А, вот, смотри, что можно сделать. Не. Левая, правая. Ну здравствуй, человек-вилка. Теперь ты человек-розетка? Ты пол поменял, что ли? Серьезно? Что нужно сделать? Пнуть тебе под зад? Ой, какой кошмар. Я закрою рукой, чтобы никто не видел, что тут происходит. Монетка. Еще монетку достать можешь? Нет, мы не будем на это смотреть. Боже мой. Люди, что вы мне советуете, а? Так, что ты хочешь сделать? Монетку, на.
На тебе монетку. На монетку. Иди за ней. Он ушел за монеткой. У-у-у. Теперь у нас две монетки. Ты ходишь просто за монетами? Пошли дальше. Запикал мышкой, прям зацензурил. Опа. Ага. Так. Тыкаем. Обже. Если воткнуть и нажать, все выключится. А если достать? Так, достать. Ушло. Здравствуйте. Хай. Хай. Хай, конечно. Hi. Почему гудбай-то? Хай, конечно. Hello. Hello. Do you know me? Ты знаешь меня? I know you. Я знаю тебя. Я не знаю тебя. Я знаю. You don't. Ты не знаешь. Что? Что? Сумасшествие. I love you. I love you. I don't think I love you. Are you sure? I think you don't love me. Я думаю, что ты меня не любишь. Я знаю, что я люблю тебя. Я знаю, что я люблю тебя. Я не уверена. I do love you. Я тебя люблю. Я не хочу. Это больно. Нам отказали уже второй раз. I'm leaving. Она уходит. Какой кошмар. Ну вот. Все? Мы лишились любви? Так, ладно. Так. Давайте, давайте, подходите друг к дружке. Обнимашки. Так. У-у-у, выткнули их. Та-дам! Так, подождите-ка, это что такое? Опаньки! Серьезно, да? Ну, теперь у меня есть человеческая многоножка. О, давай ты еще, погнали. Так, стоп, стоп, давай сюда подходи. Ну-ка, подходите к нему. Давай, опаньки. Класс. Давай, четвертого. Боже мой, что это вообще такое, а? Так, хорошо. А это у нас что такое начинается? Так, погоди. Типа... Типа, ты сюда, ты сюда. Воу! Жесть началась какая-то. Ой, боже мой, ребята, это вообще такое... Ой, Денис, ох, Денис. Посоветовал такую прям жесть. Ладно, погнали. Самое главное, не пытайтесь ничего, ничего разобрать. Не пытайтесь понять логику. Это просто-напросто, знаете, как вот есть современное искусство. Так, куда? Что нужно сделать? Есть современное искусство. Современное искусство очень сложно понять. Тут то же самое. Не пытайтесь понять, что это такое. Так, что нужно делать? Оторвать палец, если там? Сломать его? На-на-на-на-на. Вилка в печень, никто не вечен, да-да-да.
О, точно. Я говорил, надо было оторвать палец. Так, не, подожди, дайте на кнопку нажмем. А чё он ушел из человеческой многоножки? О, можно теперь эту вставить сюда. Шикардос вообще. Вот это прям. Слушайте, я так полагаю, что это, скорее всего, вся игра. Вот прям вот тут. Нет, не вся? То есть, все, что мы должны были сделать, это вот это end. Ну и да, и дальше нам предлагают разный выбор. Ой. Created by Michael Frey, Mario and Bantermap. Ой, прекрасно. Вот, Эттер Студио его производила. Или нет, выпускала. Продакшн. Выпускали в продакшн. Ой, прекрасно. Жесть. Собственно, вот это вся игра Plug and Play. Поэтому, если вы хотите попробовать разобраться, что это такое, все-таки, можете себе ее взять. Она совсем недорого стоит, вроде там 79 рублей на стиме. Пройти, прочувствовать. Потом прийти сюда на видео и обязательно написать, как вы поняли смысл данной игры. Мне очень интересно почитать это в ваших комментариях. Вот, ну и дальше приходите, там еще будет... такая подобная игрушка от этих же ребят под названием Kids. А на сегодня прохождение Plug and Play заканчиваем. Обязательно подписывайтесь на канал, кто будет смотреть это видео.